Тем временем в Молдове сегодня выявлено 363 новых случая COVID-19. Скончались 10 человек. Общее число заболевших в нашей стране превысило 170,5 тысяч. Около 600 человек сегодня закрыли больничные листы, иными словами, победили коронавирусную инфекцию. Тем не менее, ситуация остается критической в Кишиневе, где в медучреждениях практически не осталось мест. По данным муниципальных властей, из 1163 коек заняты 1067. Suntem la limitul cu paturile în spitalele municipale, chiar dacă am activat de vineri cele 130 de paturi la spitalul de fizio-pneumologie. Practic, peste weekend, în 3 zile am ocupat aproape toate aceste paturi. Cea mai mare provocare rămâne disponibilitatea paturilor în secțiile de terapie intensivă. Am activat 100 de paturi la centrul COVID de la Mold Expo, inclusiv 12 paturi de terapie intensivă. La propriu, spitalele municipale dețin peste 50% din capacitatea de paturi de COVID la nivel național. Și reiterăm că toate capacitățile de spitalizare sunt la limită. В ходе заседания обсудили ситуацию в образовательных учреждениях. В столице сейчас болеет 131 ученик и 129 сотрудников школ. În autoizolare avem angajați 67, elevi 1868 din 88 de clase din 42 de instituții. Ce este important să menționez că din autoizolare au revenit elevi din 41 de clase. În aceste clase nu au fost înregistrate alte cazuri suplimentare de îmbolnăviri. В то же время коронавирусом болеют 7 воспитанников и 29 сотрудников детских садов. На карантине находятся 8 групп, а 4 группы вышли из самоизоляции. Новых случаев также нет. Специалисты отмечают, в основном заражение детей происходит в семье. Закрытых на карантин учебных заведений в Кишиневе нет. А вот за пределами столицы положение более сложное. Всего по стране на карантин закрыты 9 школ и 279 классов. По данным Минпросвета, 282 школьника лечатся от COVID-19, а более 5000 учащихся находятся на самоизоляции. На прошлой неделе положительный тест получили 17 дошколят. Всего по республике на карантине закрыты 8 детсадов и 38 групп. 1353 ребенка находятся на самоизоляции. Коронавирус также обнаружили у 79 воспитателей и 60 человек вспомогательных. Персонала. В колледжах выявлено 33 зараженных среди учащихся и 32 среди учителей и персонала. 41 группа находится на изоляции и учатся дистанционно. В вузах коронавирус обнаружили у 24 студентов и 6 преподавателей. Еще 156 студентов находятся на изоляции.